Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесия. В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Дополнительные аптечки для мобилизованных уже отправлены нашим военнослужащим. Предприятия Карачаево-Черкесии завоевали золотые медали на главной агропромышленной выставке страны «Золотая осень». Более 100 производителей республики и соседних регионов представят свою продукцию в предстоящую субботу на главной площади Черкесска на традиционной осенней ярмарке. И ремонт городской школы искусств Черкесска на финишной прямой. Ее двери распахнутся в конце этого месяца. Далее подробности. 13 октября в 11 часов в Большом зале Дома правительства состоится очередная 41-я сессия Народного собрания Карачаево-Черкесии. На рассмотрение и утверждение парламентариев будут вынесены несколько законопроектов, в их числе проекты законов о внесении изменений в региональные законы, об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на 2022 год, о ежемесячной денежной выплате, назначаемой на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, и на деление органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов и другие. Карачаево-Черкесия отправила очередной груз для мобилизованных из республики, основу которого составляют медицинские и лекарственные препараты. В дополнение к аптечке, которая выдается солдатам и офицерам от Минобороны России, подготовлен дополнительный комплект лекарств на каждого мобилизованного. В укомплектованных аптечках, закупленных региональным министерством здравоохранения, противовоспалительные и жаропонижающие, антибактериальные и противомикробные средства, антибиотики, регидрирующие и противоожоговые средства, а также спасательные термоодеяла, таблетки для обеззараживания воды из открытых источников и другие препараты, рассказал Рустам Иркенов, исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта республики. Даже банально какие-то вещи поступают о том, что буквально такие простые вещи, как гигиенические салфетки нужны, мы тоже там комплектуем. Сегодня тоже 500 коробок мы отправляем. Вещь вроде бы обычная, но действительно необходимая. Мы еще вместе с парламентом формируем тоже наборы мыльные принадлежности, шампуни. Тоже будут большие довольно-таки коробки, где есть все необходимое. Мы в ближайшее время тоже это направим дополнительно. В принципе, эта работа она на постоянной основе. Так можно отметить, что за последнее время, там, с момента начала СВО, было отправлено уже больше 500 тонн гуманитарного груза. Эта работа она у нас ведется, я же говорю, в режиме онлайн постоянно. Обмундирование, теплые вещи, бензопилы, лопаты и ломы – это то, что приобретено по запросам мобилизованных ребят и то, что советовали военнослужащие, которые уже были в зоне проведения специальной военной операции. К централизованной помощи военнослужащим от Карачаево-Черкесии подключаются и благотворительные организации, и предприятия, и неравнодушные люди. Так, наряду с лекарствами, ребятам направлены укомплектованные наборы предметов личной гигиены, сформированные фондом «Территория милосердия». А ряд предприятий республики сегодня занимается пошивом балаклав, шапок и шерстяных носков для нужд наших солдат. Вместе с тем продолжается помощь мирным жителям Донбасса. На неделе был сформирован и отправлен очередной гуманитарный груз от Карачаево-Черкесии – 6 тонн муки и столько же круп. Это лишь один из порядка 50 гуманитарных грузов от нашей республики, который направлен из региона с начала спецоперации. К общей централизованной работе от республики подключились и представители регионального отделения «Единой России», ОНФ, общественное движение «Мы вместе» и волонтерские организации. В Черкесске семьи мобилизованных горожан получают всю необходимую поддержку и помощь по поручению руководителя региона. За каждой из семей мобилизованных жителей республиканского центра закреплен социальный работник. Сотрудники Управления социальной защиты населения города содействуют в решении бытовых, социальных и иных проблем родственников военнослужащих,
призванных в рамках частичной мобилизации. В настоящее время одной семье оказывается помощь в ремонте. По заявке второй будет организована консультация детского челюстно-лицевого хирурга. Семьи мобилизованных горожан получили региональную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Поддержка семей мобилизованных и в первую очередь нуждающихся в республиканской столице будет продолжена. Мэр республиканской столицы Алексей Баскаев провел мониторинг благоустроенных в текущем году дворов города. Каждый год в рамках программы формирования современной городской среды приводится в порядок не менее 20 придомовых территорий, в текущем году их 25. Алексей Баскаев с коллегами посетил некоторые дворы по Гутякулова и Космонавтов, которые ремонтировались в этом году, и пообщался с жильцами многоквартирных домов. По его словам, горожане в целом довольны ремонтными работами, отмечают, что их дворы стали комфортнее и краше, но есть также жалобы и замечания. Например, жильцы многоквартирного дома на Гутякулова 28, 30 и 32 пожаловались на отсутствие белевой площадки, недостаточное количество чернозема на клумбах. Эти недочеты подрядчик устранит в ближайшее время. Активные жильцы этих многоэтажек попросили также помочь им приобрести саженцы для озеленения двора. Мэр поручил управлению ЖКХ помочь в этом вопросе, а жильцы дома на Космонавтов 52 обратили внимание на то, что водосточная труба не подведена к ливневке. Здесь же по просьбе жителей рядом с детской площадкой установят еще тренажеры. В планах отремонтировать тротуар, ведущий к дому, и установить дополнительное освещение. Мониторинг отремонтированных дворов будет продолжен. Предприятия Карачаево-Черкесии награждены золотой медалью на агропромышленной выставке «Золотая осень-2022» за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства. Золотой медалью Министерства сельского хозяйства России в частности награждены племенной завод «Махар», племенной репродуктор «Магнат» и форелевое хозяйство «Уруб». Кроме того, золотую медаль Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» получили сады Карачаево-Черкесии в номинации «Плодоовощная продукция, ягоды и зелень» за груши помологического сорта «Ксения». 15 октября на главной площади Черкесска состоится традиционная осенняя ярмарка. Свои товары по ценам ниже рыночных на 10-15% представят более 100 производителей Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев. В частности, будет представлена продукция мясопереработки, огромный ассортимент молочной продукции, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, удобрения, семена и посадочный материал, сельскохозяйственный инвентарь и изделия мастеров народного творчества. В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать заявку необходимо до конца текущего месяца, рассказывает руководитель Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап, и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями, это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. Образование, воспитание детей. Это социальное обслуживание, это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в Центр «Мой бизнес», а именно в Центр инноваций социальной сферы по адресу Ленина, 53. В Черкесске продолжается ремонт городской школы искусств. Напомним, старое здание 1936 года постройки нуждалось в капитальном ремонте. Реконструкция на объекте началась весной прошлого года, и сегодня это обновленное современное здание. В учреждении площадью более 1000 квадратных метров появятся классы для индивидуальных занятий, студия звукозаписи и современный актовый зал с большой сценой.
а второе место после актового зала занимает огромный хореографический класс. В нем отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, предусмотрены также душевые кабины. Сдача объекта запланирована на конец этого месяца. Двое доверчивых граждан республики перевели мошенникам около 1 400 000 рублей. 38-летнему жителю Черкесска позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Ему сообщили, что на его имя оформлен кредит на сумму 300 000 рублей, и для того, чтобы перевести деньги на надежные счета, якобы необходимо под диктовку совершить банковские операции. Заявителя убедили в том, что это поможет задержать злоумышленников. Следуя инструкции звонившего, мужчина 11 транзакциями перевел на разные счета денежные средства. Общая сумма ущерба составила 890 000 рублей. С аналогичным заявлением в полицию обратилась и 41-летняя жительница республиканской столицы, введя потерпевшую в заблуждение под предлогом, что на ее имя пытаются оформить кредит, и в целях защиты сбережений женщину убедили перевести денежные средства на безопасные банковские счета. Общая сумма ущерба составила 495 тысяч рублей. Южное главное управление Банка России при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности с 10 по 20 октября проводит в регионах Юга и Северного Кавказа неделю киберграмотности. Вебинары и интерактивы пройдут для детей и их родителей, студентов и людей серебряного возраста, а также для всех, кто хочет защитить себя и свою семью от кибермошенников. Подробности у Дмитрия Мещерякова, управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии. Неделю киберграмотности открывает челлендж «Киберграмота» в социальной сети ВКонтакте и чемпионат финансовой безопасности. Затем в течение недели будут проводиться вебинары о правилах кибергигиены. В частности, 12 октября в 15 часов эксперты расскажут о трендах мошеннических схем. И 13 октября также в 15 часов можно будет узнать о том, как защитить от финансового мошенничества старшее поколение. Прямые эфиры будут проходить на YouTube-канале «Финансовый навигатор». Также будет доступна запись вебинаров. В Карачаево-Черкесии появится первое студенческое ТВ. Проект «Студенческое телевидение» получил федеральный грант, который в скором времени будет реализован в полноценную телестудию на базе Карачаево-Черкесского государственного университета. Главная задача проекта – подготавливать компетентные журналистские кадры в регионе. Ребята с отделения журналистики и других факультетов планируют снимать качественный контент о жизни своего университета и других образовательных учреждений республики. Кроме студенческих новостей, руководитель проекта Белла Межаева мечтает запустить полноценный подкаст, который будет производиться не только в аудио, но и в видеоформате. Оборудование для студии уже закуплено, и совсем скоро выйдут первые новости студенчества, которые смогут увидеть пользователи социальных сетей, зрители видеохостингов и телеканала «Архыз-24». Международное объединение «Алашара» получило прокатное удостоверение на фильм «Три брата». Документ дает право на прокат фильма на территории России, а также на его тиражирование и распространение, в том числе по кабельным или эфирным каналам. «Три брата» – первый в истории художественный фильм на абазинском языке. Он снят по мотивам сказки Тлустана Табулова «Как три брата князя обманули» в рамках программы организации «Алашара». Автор сценария, режиссер-постановщик и главный оператор Аслан Апсов – дополнил сказочное произведение различными эпизодами, наполнил его духом народа, дав возможность почувствовать, чем жили и как жили абазины в незапамятные времена. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В горах местами плюс 5-10. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 16 градусов выше нуля. Уважаемые любители театра!
14 октября Русский театр драмы и комедии приглашает вас на премьеру спектакля по произведениям Антона Павловича Чехова «Вечер водевилей Чехова». Спектакль создан к столетию образования Карачаево-Черкесской республики и 95-летию театра. Режиссер Вячеслав Бродянский. Спектакль состоится на сцене Государственной филармонии в 18:30. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова.